Лорен сказала, что вам нужна помощь. Я пока делаю УЗИ. Подержи датчик. Может быть, немного холодно. Не шевелитесь. Возьмите трубку. Хорошо. Как вам? Так, немного левее. Опустите совсем немного вниз. Гораздо лучше. Тринадцать недель. Спокойно. Не двигайтесь. Возьмите мою руку, но не двигайтесь. Вы же хотите с этим покончить? Дышите глубже. Держи датчик на месте, чтобы я видел, что делаю. Да, вот так. Он попытался уйти от катетера. Они постоянно двигаются, поэтому мы все так и делаем. Подстрахуй, Скотти. Ну и куда она пошла? Эбби, все хорошо? Мне позвать врача? Его я сейчас точно не хочу видеть. К моему сожалению, это моя история.